Глубоко уважаемые, дорогие коллеги, друзья, пользуясь случаем, разрешите поздравить всех нас с некоторой юбилейной датой. 2016 год – это 70-й год онкологической службы Советского Союза, России и Санкт-Петербурга в частности, потому что городской клинический онкологический диспансер Санкт-Петербурга был образован в апреле 1946 года. Но сегодня у нас особый праздник. Конечно, он проходит в день юбилея. За эти годы есть что вспомнить, есть чем поделиться, есть о чем рассказать. Но самое главное, каждый год мы подводим не только черту, а каждый год мы ставим задачи на последующее время. Сегодня мы говорим о втором форуме «Белые ночи», который посвящен проблемам онкологии и проходит в Санкт-Петербурге. Да, второй. Хотя база для этого форума создавалась немного раньше. И академик Семиглазов Владимир Федорович, который начинал это действительно с моно, как говорится, направленности Конгресса, позволил на этой базе построить серьезный форум, который теперь привлекает как зарубежных гостей, так всех онкологов России и ближнего зарубежья. Надо сказать, что вот этот авторитет, вот эти возможности поделиться, возможности послушать, возможности поучиться на сегодняшний день являются самым главным мотивом этого форума. Я желаю не только прекрасной работы, я желаю не только прекрасных встреч, я не только желаю, как говорится, встреч друзей, коллег и так далее, но и взглянуть за стены этого форума. Наш прекрасный город гордится своей величавой красотой, гордится тем, что он остается культурной столицей России, и он гордится так называемыми белыми ночами. Прекрасных вам творческих успехов, прекрасного вам отдыха, а самое главное, будьте здоровы, и чтобы во всем вам сопутствовала удача. Спасибо.